Всем привет, дорогие друзья! Сегодня последнее в этом году видео «Пустые баночки. Бытовая химия» за декабрь месяц. Меня зовут Анна. Кто такой любит роды видео? Подписываемся на канал, ставим лайк, пишем комментарии. И давайте начнем. Первое. Закончилось два поласкивателя Colgate. Они были две по цене одной. А свежесть между чистками... Понравился, не содержит спирта, хорошо освежает, прекрасно справляется со своими функциями. Вот, и не слишком такой, знаете, как листерин, не слишком такой сильный. Далее, закончилась белизна, которую я брала в фикс прайсе, она продается. Именно активный хлор, и она с ароматом алоэ вера. Стоит 27 рублей. Вот, использовала я ее для туалета и для мытья пола, где пеленку для собаки. Вот, экономичное расходование, бюджетная цена. Кто это у нас делает? Давайте просто посмотрим. Татарстан, Казань, но это не удивительно. Вот, и она не так сильно хлорирована, как обычная белизна. Вот, если вам нужна белизна, но не сильный, прям такой вот... жесткий аромат, можете с алоэ брать, с добавлениями чего-то берите, и не будет такой сильный запах хлора. Мне кажется, у каждой хозяйки должна быть дома белизна. Ну, вот так я считаю. Так, следующее закончилось. Это для мытья посуды Фрош. Хорошо промывает посуду, не сильно пенится, не сильная одушка. Хорошо промывает жир. Вот. Здесь 500 мл. Здесь у нас зеленые силы с натуральными, подчеркивающими качество очистки ухода. Безопасно для кожи. Формула протестирована дерматологом. Ну да, сухость не оставляет. Но это более как бы чисто экологичное. Возможно, я повторять не буду. Вот. Но так хорошо промывает, не сильно пенится. Ну, не знаю, или я люблю, когда какая-то отдушка, а здесь как бы оно более натуральное, может, из-за этого мне не очень понравилось. Синергетик мне больше нравится, так? Ну, неплохое, но прям вау, я не могу сказать. Так, закончилась вот такая морская соль. Это морская соль Красного моря с экстрактом бурных водорослей, кокоса, маслом лотоса, омоложение, упругость. Препятствует преждевременному старению, повышает упругость кожи, устраняет ту-ту-ту и эластичность питает кожу. Когда муж увидел, говорит, ты что купила-то? Я что, старик, что ли? Я говорю, да она просто была со скидкой. Все равно соль, тем более Красного моря, очень классная отдушка. Она мелкая, отдушка прям, прям вкусная такая, потому что здесь кокос, лотос, вообще шикарно. Девчонки, увидите, не читайте, что там омолаживающий, но она очень классно растворяется, аромат. Тонизирует, бодрит, насыщает клетку кислородами. Просто шикарно. Тем более Красное море я люблю. Я бы с удовольствием съездила в Египет. Вот, девчонки, присмотрите. Фитокосметик. Так, следующее. Закончилось. У меня просто крышка где-то потерялась. Ватные палочки. Я самая. Деликат. Очень надолго их хватило. Пользовалась муж, я, мама почти на 2 месяца. Вот. Очень... плотная вата, не мягкий пластик, качественная, добротная. Я самая всегда вручает в этом плане. Давайте тогда пробежимся дальше. Тоже закончились ватные диски. Я самая, я эту марку обожаю в плане палочек. Они 100% хлопок, мягкие, нежные, не оставляют ворсинок и не расслаиваются. Вот. Ну, чуть-чуть они подороже. Без скидки там 60-70 рублей. Шикарные ватные диски. Так, следующее. Хочу порекомендовать. Это касается девчонок. Мальчики, кто смотрит. Белла. Вот такие флора. Это когда девчонки у вас не слишком сильно. Ну, вы поняли, когда только начинается или заканчивается. Они с разным вкусом бывают, девчонки. Меня порадовали вообще. С ароматом розы. Они... нежный, нет никакого раздражения. Немножко чем-то напоминает Либрос.
Ну, не как овес. Кто вот любит, типа, натурелла, белла. Пола не так. И еще у нас есть либрес. Вот, девчонки. Попробуйте, они разных ароматов. Очень классно. Так, закончился Тайт. Тестировала Тайт аквапудра. Хорошо отстирывает. Приятная душка. Не остается, я имею в виду, в контейнере вот этот. Никаких разводов, ничего. Цвета яркие. Не знаю, мне уже больше нравятся капсулы, аквапудра, гели для стирки, чем обычный порошок. Я уже к обычному порошку не возвращаюсь. Так что, девчонки, покупайте, тестируйте разные. Аквапудра, она просто мельче и быстрее растворяется, и больше работает. Ну, может, и маркетинг, и ход, я не знаю. Я в этом не разбираюсь. Так, закончился тоже порошок. Вот такой Биолан. Ну, это если постирать одну-две вещи срочно. Белую, светлую или красную. Да, и белье бывает красное. Надо отдельно стирать, чтобы не перекрасилось. Или футболка красная, или кофта. Вот. Это самый бюджетный, девчонки. Порошок, фикс прайс, везде продается. Хорошо справляется с такими мелкими гранулами. Разводов ничего не оставляет. Хорошо отстирывается. Так, следующее. Закончились вот такие бумажные полотенца Зева. Они в зимнем таком, в зимнем стиле. Очень такие плотные, хорошо впитывающие, ну, качественные бумажные полотенца. Но не бюджетная цена, конечно, повторю. Я их брала тогда со скидкой. Так, закончилась еще одна бюджетная пена для ванн. Вот такая марки каждый день. Это у нас вишня. Стоила она вообще там до 40-50 рублей. Делает это Рязанская область. Тут 750 миллилитров. Хорошо пенится, растворяется. И приятная отдушка вишни. В зимнее время, кто любит принять горячую ванну после мороза. Девчонки, зачем переплачивать, если есть марка каждый день? Далее. Так, закончились вот такие влажные салфетки. Ну, мы не первый раз берем. Вот. Руки протереть туда-сюда в связи с пандемией. Они очень хорошо. Они не крупные, они средние. Хорошо пропитаны с ионами серебра и антибактериальный эффект. Вот. После них никакой нет сухости, ничего. Качественные влажные салфетки. Аура, да, я это уже заметила. Так. Осталась упаковочка от мыла Palmolive. Я еще им пользуюсь. Пыталась я его от сухости кожи на лице, но, к сожалению, не помог. И сейчас он у меня пойдет, скорее всего, для рук. Обалденная одушка у Palmolive. Кожу не сушит, увлажняет. И тем более олива. Девчонки, присмотритесь. В плане вот сейчас зимы, кто любит вообще даже мылом мыться, ну бывает, кто-то не признает гель для душа или шампунь, смотрите, Palmolive в этом плане шикарный и часто бывает со скидкой. Так, следующее мыло тоже, оно не закончилось, но с ароматом лимона, хозяйственное мыло. Но оно такое светлое, с лимонным ароматом, несколько косметик, очень понравилось. Эти хозяйственные вообще не буду брать, но в том плане я буду с каким-то ароматом брать. Хорошо, я большинство стираю многоразовые маски. Ну или что-то такое здесь стирать быстро надо. Хорошо отстирывает, не оставляет разводов и приятный аромат лимона. Вот. Девчонки, кто ну, иногда ручное что-то застирывает, присмотритесь. До 25 рублей стоит, тем более несколько косметика. Она нас радует. Так, закончился вот такой, не закончился, но я сейчас им пользуюсь, вот такой бюджетный рулон. Это, ну, когда у вас шерсть или какие-то ворсинки, и вам надо прочистить одежду. Ой, что мне не понравилось? Он стоит 26 рублей, в Ашане продается. Не понравилось, что нету, вот как в Икее удобно, отклеивающий. Не очень удобно сделано. Ну, бюджетно нормально, но плохо вот в плане отклеивания. Не подошел, не буду больше брать. Так, закончились вот такие Village ватные диски
100% хлопок, двусторонний, вообще не понравились. Девчонки, увидите, не берите, они расслаиваются, вата это вот так вот на кусочки мнется. Не знаю, кто это делает даже, я ради интереса посмотрю. О, вообще не понравилось. Карачаево, Черкесия, Республика. Ну просто, вот я не знаю, производство, надо им подумать от производства. Так, закончилась паста Orodontal. Она без фтора. Покупала я ее в фикс прайсе, потому что у нас много содержания воды. Я теперь без фтора, потому что мне вредно это для зубов. Вся семья уже тоже этим чистится. Вот. Ну, смотрите, что хорошо очищает зубы от бактерий, не отбеливает. Как сказать... Бережно относится, если у вас крототочивость, воспаление. Здесь содержится шалфей, грецкий орех, эхиноцея, хвощ и розмарин. Конечно же, мята освежает. Надолго ее хватает. Стоит вообще 50 рублей. И хороший состав. Вот, я повторю из этой же что-то серии. И она сама по себе, когда вы наносите, она, как знаете, немножко напоминает зубной порошок чем-то вот. Что-то такое есть. Возвращаемся, как в старые времена. Да, напоминает чем-то зубной порошок. А так, порадовало, понравилось, бюджетно, девчонки. Без фтора, не вредить вашим зубам. Вот. Следующая зубная паста, это сплат. Тоже закончилась. Здесь лечебные травы. Ну, профилактика кровоточивости десен у мужа, вот. Вот здесь содержится эфирное масло герани, облепихи, антибактериальное воздействие на слизистые оболочки полости рта. Инновационная система White System безопасно отбеливает и полирует эмаль до блеска. Вот, и активный экстракт ромашки, шалфея, боярышника обеспечивает профилактику воспаления. Ну, я не каждый день чистила, но именно ей. Хороший состав, наш производитель. Я не первый раз уже беру марки Splat. И часто они бывают со скидкой качественной зубной пасты. Присмотритесь. Так, и вот осталась упаковочка. Брала зубную щетку Oral-B. Она была со скидкой. Вот, тут содержится черный чай. Щетинки содержат цвет черного чая. Вот, там разные бывают вкусы. Она такая сама по себе серая. Я брала для того, чтобы... Я не каждый день ей чищу. У меня вообще электрическая зубная щетка. И две такие. Вот, я ее чищу, когда что-то я чувствую между десен застряло. Она хорошо прочищает, шикарно. Между десен, не травмируя десну, не раздражая. Между зубов просто у кого такая проблема, присмотритесь. Периодически покупаю, вот сейчас тестирую, вот эта марка делает. Вот. Так что, что тут пишет? Толщина щетины 0,01 мм создана для глубокой очистки. Ультратонкие щетинки в два раза больше, гибкие, бережные. Проникают в два раза глубже между зубов. И размер головки 25 мм. Эффективно чистит между зубов по сравнению с обычными ровными подстриженными щетками. Полностью согласна. Из-за этого я и купила. И пока я пользуюсь, очень довольна. Мои зубы говорят спасибо, что я купила такую зубную щетку. Так, следующее. Закончились насадки Космия. Ну, станки. Вообще стоят 59 рублей. Я беру каждые там, ну, 3-4 недели. 27 грамм. Бюджетно, дешево. Нету раздражения. Вот. Использовала, выкинула, не жалко. Чем покупать вот эти дорогие Venus. 600-700 насадки дорого. Вот, тут 5 насадок, здесь содержится, я так поняла, зеленый чай или алоэ. Тут все, наверное, странно. Ничего нет. Комфортное белье. Комфортное бритье, да. Не белье, у меня уже белье. Комфортное бритье, но тут содержится какой-то экстракт зеленого чая или алоэ, чтобы не было раздражения. А так классно, можно с собой в путешествие, если кому нужно. Девчонки, у кого он, мало ли, нет возможности покупать за 1000 рублей вот эти дорогие бритвы всякими. Вот, девчонки, пожалуйста, Космия выручает в этом плане. Так, следующее. Закончился мой любимый шуманит от засоров.
Использовала я его в ванной. После этого у меня вода прекрасно сходит. Он растворяет жир, остатки, ну, может быть, скопившиеся там, знаете, волос, кожи и так далее. Стоит он 100, 110, он везде продается. Вот. На 3 минуты засыпаете и потом горячей водой полчаса пробиваете. Ну и можете пандусом. Так что я уже в засорах разбираюсь прекрасно. Но долго говорить не буду, это делает Израиль. Многие хвалят его. Так, и последнее закончилось. Туалетная бумага Зева Deluxe Aroma Spa. Она была вроде, сейчас скажу, трехслойная. Тут у нас 8 рулонов, надолго хватило, нежная, не раздражает нашу попку. Я уже так буду говорить. Вот. И лунка растворяемая. Вот. Так что Зева в этом плане выручает. Так. И последнее. Купила опять картридж. Вот такой. И фильтр продается. 180 рублей. А, то же самое, то, что это марка Шар, это делает Aquaphor. Я брала не для жесткий, но обычный. Вот, 2 месяца, классно, реально, меньше накипи в чайнике стало. И я именно фильтрованной водой ополаскиваю рот. Так что присмотритесь, фильтром надо пользоваться, потому что в нашей воде в Москве очень много хлора, фтора. Ну, если у вас, можно так сказать, в хорошем состоянии ремонт квартиры, ну, тогда фильтр на кран специально. Вот, если новая квартира или, ну, добротный ремонт, можете фильтр поставить. Я пока вот таким пользуюсь. Очень классные. Профилактируйте, следите его в 2 кувшина. Вот не рекомендуется промывка картриджа от следов угольной пыли. Так что 170 литров. Вот, срок годности 3 года, от 5 до 40, с фильтром ничего не случится. Так что, классная вещь. Вот такие были пустые баночки бытовой химии за декабрь месяц. Это последнее видео в этом году. Так что, жду от вас подписку, лайк. И с наступающим Новым годом! Вот у меня стоит такая красивая елочка. А в этом году она в таком серебристом, перламутровым, бирюзовым в цветах, потому что серебристый бык. Так что крепкого здоровья, всего светлого, наилучшего. Всех целую, обнимаю. Были с вами Анютины глазки. Пока-пока!